пришел как-то не в настроении папа, а дочке недавно исполнилось 5. Привыкла, однако, что если тот запах, знать, папа с работы усталый опять. Почетным был папа ее кочегаром. Устало присел и нахмурил лицо. Сегодняшним днем заработал мало, а дочке хотелось общаться с отцом, встречать, целоваться к нему побежала. Трудяги рука не пустила ее. Я очень хочу, чтобы не обижалась. Дай папе подумать ему о своем. Наутро от дочки он принял подарок. Секретом коробочка, папа, открой. Двойне удивлен был отец позаранок, открыв и увидев коробку пустой. Все дети как дети, конечно, не знают. Пустые коробочки и кошельки не дарят, а чем-нибудь их наполняют. Лишь так принимают все с легкой руки. Но дочь возразила, она не пустая. Мои поцелуйчики в ней для тебя. Вчера ты с работы вернулся усталый. Так я накопила их, папу, любя. Наполнились веки у папы мгновенно. С подарком поныне, понятно без слов. Открой, уносит от дум повседневных тепло, поцелуй, улыбка, любовь.